Выставка фотоконкурса «Отцы и дети» открылась в Новосибирске. Участники, профессиональные фотографы и любители запечатлели связь молодого поколения и ветеранов Великой Отечественной войны. Я считаю, что сейчас уходят последние фронтовики из жизни, подарившие нам свободу. И просто мой долг как фотографа оставить, ну, память, изображение этих людей. В этом году желающих поучаствовать в конкурсе «Отцы и дети» было больше. Заявки приходили не только от жителей Новосибирска, но и со всей страны. В экспозицию вошли репортажные снимки бессмертного полка, портреты ветеранов, моменты общения старшего и младшего поколений. Творческие работы, отобранные жюри, можно увидеть в течение месяца в Сибирской мемориальной картинной галерее. В этот же период желающие могут поучаствовать в заключительном этапе фотоконкурса. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.